После обострения ситуации на востоке Украины участницы платформы «Женщины за мир» одними из первых начали помогать пострадавшим мирным жителям. В гуманитарных грузах стройматериалы, теплая одежда, одеяло, игрушки, предметы гигиены, продукты питания. Мы сами из Славянска и пережили ужас этой страшной войны. И кому как не нам знать, что такое бежать с детьми в бомбоубежище и прятаться в подвалах во время обстрелов. Сегодня мы женщинами Авдеевки обращаемся ко всем политикам с просьбой найти все возможности, чтобы остановить это кровопролитие, сесть за стол переговоров и мирным путем остановить эту войну. Силами одних волонтеров невозможно решить все существующие проблемы. Государство до сих пор не решило вопрос статуса и социальной защиты мирных жителей, которые пострадали в результате боевых действий. В парламент уже внесен соответствующий законопроект. Спасибо всем тем, кто откликнулись. И депутаты, и люди, и общественные организации. Общественная платформа «Женщины за мир». Все сегодня присоединились к помощи и к поддержке. Но мы настаиваем на том, чтобы на государственном уровне вопрос социальной защиты и статуса мирных людей, пострадавших в результате войны, был урегулирован.